И если доказывается моя виновность в этом случае, я прошу высшей меры наказания публично. Это Куран. Называется Куран. Клянусь Аллахом. Клянусь Кораном. Клянусь детьми. Я не виноват. Не был там, где произошел инцидент. Это цель со стороны них построена инсценировка. И Басакурганской районной прокуратуры. Эштеке деп айта албайсыз. Мен бул жөнүндө эч нерсе айта албайм. Мен бул кишинин өмүрүнө көргөн эмесмин. Ушу уюштурган деп, ошондо мисалычы, ошондо показания беришти, ушу уюштурган деди. Мен ошонун сөздөрүн баарын таладым, алган жокмун да. Ошол сотто отурумдарда айтылат да ошол нерсенин баардыгычы. Мамадалиев Минур айтты, Аскаров жүргөн деди, көчөдө деди. Мени деди бир көчөгө старший кылып шайлап кеткен деди. Жолдошумдун жаман жагы жок эле да. Мисалы азыр досторум турат. Атенеси балдарым элементарно менин балдарым айтышат да бизге атам ушундай жакшы мамилени жасайт экен эле көрсө бизди кийин айтып жүрсүн экен дегендей эле да ошентип дейт. Дүнчө турулуптар Азимжан Аскаров барып эле көрдүңүз беле? Азимжан Аскаровду жок көргөн жокмун. Көргөн жоксуз ошол 13-үндө. Мен ал жерде көргөн эмесмин. Мен ошо Маматкадыр ошо лидерин көргөм. Наоборот, Азимжан Аскаровдун адамдары у нас доказательство есть, видео есть, что он там не был, деп, булар, вы же вопрос поднимали. А где это видео? Это Бекназаров поднимал. Нет, Бекназаров, я не знаю, конечно. Почему 15 числа, когда задержали Аскарова, всех организаторов, всех сепаратистов, всех, кто организовывал, да, все они уже были, они откупились и ушли за пределы Кыргызстана. Именно это, именно поэтому нужно обратно вернуть это дело на дополнительное расследование, для того, чтобы выяснить ответственность участников, членов Временного правительства, сотрудников, ответственных сотрудников Государственного комитета национальной безопасности. Где доказательства? Нам нужно выяснить, кто организовал эти беспорядки, которые привели к массовой гибели. Существует тысячи, несколько версий. Это и бакиевцы, это и сепаратисты, это и оргпреступность. Да? Но где конкретная? Где работа правоохранительных органов на уровне доказывания поставок финансов, финансирования, на уровне поставок оружия и на уровне существования организованной структуры, которая все это организовала? Да, это было организовано. И почему всех главных организаторов выпускают за границу, да? И остается один Аскаров, на которого надо взвалить всю ответственность за это. Где тогда доказательства на уровне этого?